партнер проекта «Пермфармация». Аптеки, которым доверяют. Одела обувь самую нескользкую и иду очень осторожно. А вчера студент помог, проводил. Шли с ним под ручку из корпуса в корпус. Довели друг друга. Обувь одеваю такую, чтобы не скользкую. Ну и все. Покупаешь пластырь в аптеке, имени ближайшего, и все. Вроде помогает иногда. Никак. Вот так и ходим, падаем. Только что ребенок упал. Аккуратно ходить, смотреть под ноги. Хожу спокойно, смотрю под ноги. Но надо убирать лучше, потому что скользко, конечно, но особенно люди, которые старенькие. Надо и лед убирать, и надо посыпать песочком, тогда будет все нормально. Меня не пугает гололед. Нормально координирую. Хожу как пингвинчик, разве что. Удобная обувь покупать, у которой устойчивая платформа. Ну и резьба на подошве. Вот. Или песочком ходить посыпать самому.